начальник администрации. Мне сюда. Теперь найти бы только дрожжи. Кухня, да. Они должны быть на кухне. О, черт. Громилы. Ну, конечно, громилы. Не может же все быть так просто. Вот они. Да. Надеюсь, этого хватит. Сен-Джон вызывает лейтенанта Уитакер. Разрешите доложить. Дикон, капрал Сен-Джон, да. Я добыл припасы, указанные в заявке. Дрожжи, их осталось мало. Думаю, хватит. Много не требуется. Просто, ну, из интереса. Зачем нужны... Я сейчас очень занята, прошу прощения. Это мы потом обсудим. Конец связи. Ладно. Да чтоб тебе. Мэм? Слушай, перестань, пожалуйста. Не понял? Я знаю, что все это странно, но ничего не могу поделать. Ну, я живу в казарме бок о бок с кучей какого-то местного отребья, а у моей жены своя офицерская палатка. Не вижу ничего странного. Дико. Она со мной встречается только, чтобы дать очередное поручение. Тоже ничего странного, мэм. Дрожжи, спасибо. А вы хотите что-то испечь? Если нужна духовка, нет, могу нет, достать. Нет, они нужны для создания вирусных белков, которые запускают синтез антител. Но, конечно же, это был сарказм. Хлеб, вирусные белки, мне без разницы. Стой, минуту. Вот. Спасибо. Вы уже говорили.
За то, что остался. Да, мам. Капрал Сен-Джон, это доктор Хименес. Сен-Джон? Я на связи, док. Чем могу помочь? О, Сен-Джон, хорошо. Заскочи ко мне в лазарет. А что-то случилось? Вам что-то нужно? Нет, нет, ничего такого. Хочу осмотреть твою руку. Руку? С рукой все в порядке, док. Такой ожог от печки. Это тебе не шутки. Хочешь инфекцию подхватить? Зайди на осмотр. Это приказ. Ладно. Ладно, док, как скажете. Конец связи. Ремонт байка. Понял, сэр. Капрал, до скорого. Эй, док. Заходи, синтесы. Садись. Садись. Угу. Посмотрим. Ну, рассказывай, из какого ты клуба. Я не понимаю, о чем вы. Ну, Мементос. Капрал, я 20 лет в Лос-Анджелесе штопал Бандас де Мотористас и прочих бандьеру. Глаз наметан. И это ты не оладушки жарил. Ладно, рану не трогай. Сама заживет. Но шрам будет. Обязательно зайди ко мне еще через пару дней. Слушаюсь. Вот странно. Когда все началось, то кварталы, которые были на ножах, дрались плечом к плечу. Вместе. Латиносы, белые азиаты, кровники. Поразительно. Чтобы люди сплотились, нам нужна катастрофа. Спасибо, док.